Ингушский государственный университет. Это ведущий научно-образовательный центр нашей республики. В этом году он отмечает свое 25-летие. Свои двери ингушский альма-матер открыл в сентябре 1994 года. Четверть века спустя в ИНГУ идет подготовка по 26 направлениям в области среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры. На базе вуза реализуются самые разнообразные проекты. Это и всевозможные конференции, студенческие мероприятия, значит, встречи всевозможные и так далее. Культурная жизнь, не только образовательная деятельность университета вот на этой выставке представлена. В день рождения ИНГУ научная библиотека подготовила книжно-иллюстративную выставку. Мы выбирали и комплектовали таким образом выставку, чтобы она дала представление о 25-летнем пути университета. Здесь есть и материалы из прессы, есть и какие-то печатные издания всевозможные, которые об университете расскажут, и документы, очень интересные документы исторические, которые как бы вот этот путь иллюстрируют. По словам Адама Мальсагова, директора научной библиотеки, история нашего вуза начинается задолго до образования самого университета. Начиная с 92 года, в среде интеллигенции задумывались о том, что во вновь образованной республике нужен свой альма-матер, где будет получать образование местная молодежь. Здесь на наших стендах представлены, значит, материалы, которые как бы расскажут о истории создания нашего университета. И в выставочных наших шкафах представлены это экспозиционные материалы, это издания и университета, Ингушского госуниверситета. На выставке, посвященной 25-летию университета, для всех желающих представлены статьи из газет «Сердало» за разные периоды 90-х, где отражена полемика, существовавшая в различных кругах того времени. Здесь в материалах газеты «Сердало», тогда еще находившейся в городе Грозном, отражена вот эта полемика. Это речь шла о том, что одна группа наших преподавателей и ученых предполагала, что Республика Ингушетия, Ингушская республика, тогда еще предполагалось такое название, первоначально она носила такое название. Возможно, создание такого классического университета. И другая группа как бы наших ученых, наша интеллигенция предполагала, что университет, видимо, требует достаточно долгого периода такого создания, и поэтому первоначально надо создавать Ингушский педагогический институт. Кроме публикаций из местной прессы, за четверть века на выставке представлены научные сборники, которые ежегодно публикует Институт социальных исследований, действующий при вузе. Всевозможные буклеты, рассказывающие о ведущих специалистах университета, научные достижения, успехи преподавателей и студентов в различных областях. База у нас основательная уже сейчас есть, и, безусловно, университет будет развиваться хорошими такими темпами. Словом, на выставке представлен самый разнообразный материал, просмотрев который, посетитель сможет узнать много нового и интересного об Ингушском государственном университете.